Добра вам. Вот хочу показать, поделиться. Сегодня хочу опробовать мед. Но мед борцевой мы пробовать сейчас не будем. Опробуем мы его немножко чуть позже. Пока пусть будет вот такой запаренный. Кстати, огромное достоинство, что именно вот бортовой мед, вот этот борцевой мед, то есть который выращивается именно в дереве, он не соприкасается с металлом. Он сначала выливается в такие деревянные бочки из кедра. И вот в такие вот потом кедровые бочонки переливаются. Здесь идет и перга, и маточное молочко. Просто все полезные вещества, какие могут быть у меда. Это настоящее лекарство для вас. Вот такой вот замечательный бортовой мед от Погребочка прислали нам. Вот сейчас вот хочу попробовать дягель, мед дягель. Говорят, что аромат и вкус этого меда просто фантастический. Мне прислали такой пробник, небольшую баночку, потому что я заказал себе еще 3 килограмма. А белые грибы вчера попробовали, сегодня будем пробовать вот такие грибы-грузди. Вот, и давайте откроем шнурок, вот, и распакуем наш мед. Смотрите, как-то интересно здесь запаяно. Я думал, по кругу все это распаяно. А тут такие вот затычки какие-то изнутри. Пришлось вытащить. Вот, я их вытаскивал. Две штучки. Вот с одной стороны и с другой стороны меда. Я так полагаю, это такой блокиратор вот этой крышки. Сейчас попытаемся ее открыть. Посмотрите, я открыл. Тоже попробовать хочешь? Пробуй. Пальчиком. Как тебе мед? Фантастика, да? Да. Аромат, конечно, сумасшедший. Смотрите, вот она крышечка, которая была вот так вот запаяна. Здесь, смотрите, я не знаю, что это такое, что за палочка, давайте вытащим. О, это вот, вот чем надо пробовать. Смотри, какая ложечка для меда. Опа, смотрите, так намазываем, как говорят. Так вот набираем, такая вот ложка, ложечка. И в рот. И в ротик. Так, ну. Никакого ковида не боимся. Ой. Бомба. Я не знаю, ребята, вы красавцы. Обожаю вас. Очень вкусный. Мед вот этот просто фантастика. Алтайский край. Грибочек.